одной умной книжке написано, что человек – это то, что он видит. Люди и знаки. Как они влияют друг на друга? Постараемся разобраться в этом вопросе, а для этого давайте просто погуляем по городу. Если вам с нами по пути, присоединяйтесь. Мы пройдем улицами, площадями, парками, дворами. Кто мы, спросите вы. Я, Александр Пранкевич, любитель почитать книжки. Мой опыт прогулок по городу 28 лет. И мой новый товарищ, который почти ничего не знает о Николаеве. Его зовут Сергей, и он любит задавать вопросы. Может быть, его пытливый ум поможет вам по-новому увидеть давно известные вещи. А вот, кстати, и он. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Сережа. Ну что, куда мы сегодня пойдем? А никуда. Давайте посмотрим на главную площадь. А что же в ней такого интересного? Неужели она полна всяких там смыслов, как вы говорите? Еще каких? Вот я, например, шел оттуда. И там совсем другая жизнь, совсем другое пространство и совсем другие смыслы. Там люди отдыхают, радуются жизни, они вообще ничего не делают. И вот эта улица мне всегда казалась такой границей между пространством неофициальным и пространством официальным. Когда попадаешь сюда, на эту площадь, да, то есть ты сразу чувствуешь вот эту мощь, вот это величие власти. Здесь даже здания поставлены не так, как это обычно делается в европейских городах, не фасадами к реке, а фасадами к людям, да, то есть вот эти вот фасады, они создают такие крепости, бастионы, которые нас вовлекают в это пространство власти. Здесь все официально, все возвышено, все очень торжественно. Да, надо сказать, что здесь довольно-таки пустынно. Даже лавочки нет. Ну, это легко объяснить, потому что мы не должны сидеть перед властью. Мы должны стоять перед нею на вытяжку, благоговеть и думать о ней. Соборная площадь в Николаеве поначалу называлась Магистратской, поскольку здесь находилось здание городового магистрата, построенного в 1793 году. Она была спроектирована архитектором Иваном Старовым. Магистратский комплекс представлял собой гармоничный архитектурный ансамбль. Во второй половине 19 века пространство площади органично дополнилось роскошным дворцом семьи Аркасов в неоренессансном стиле. В 1869 году Магистратскую площадь переименовали. Она была названа Соборной, поскольку здесь располагался главный собор Черноморского флота. В 1873 году ближе к северной части установили памятник адмиралу Алексею Самуиловичу Грейгу. Это был не просто памятник, а целый мемориальный комплекс. 16-метровый монумент адмирала скульптор Опекушин развернул лицом к лиману, чтобы подчеркнуть экстравертный характер пространства, открытость города Богу и миру. В начале 20 века вместо сгоревшей городской управы было сооружено новое большое здание Николаевской городской думы. Автор проекта, архитектор Евгений Штукенберг, сумел органично вписать сооружение в сложившуюся застройку, придав ему черты неоклассицизма. Центральная площадь города к 1917 году обрела гармоничное архитектурное пространство. Соборная площадь перед революцией не вызывала негативных эмоций у человека. Горизонтальный гранитный парапет побуждал горожан к спокойствию. Вертикали памятника Грейгу и колокольни Адмиралтейского собора дисциплинировали народ. Никаких ломаных линий, окружностей и треугольников. Центральная площадь Николаева подсознательно навевала жителям выдержанное спокойствие. Вот, собственно, на этом месте и находился Владимир Ильич Ленин. Ага. Да. Интересно, я вот когда шел навстречу к вам, обратил внимание, там часовня. Она тоже была построена в советское время? Нет, конечно, нет. То есть эта часовня была построена уже после распада Советского Союза, мне кажется, где-то в середине 2000-х годов. И
носит она имя святого Николая, покровителя нашего города. Кстати, нам очень повезло с этим, потому что не нужно искать новое имя. Сейчас все переименовывают, а мы как были Николаем, так Николаем и останемся. Ну, вот только интересно, как же Ленин ушивался вместе с церковью? Я и сам этого не понимаю, потому что Ленин и церковь для меня вещи абсолютно несовместимые. Но, тем не менее, они как-то здесь какое-то время сосуществовали. Ну, посмотрите, как все было хитро сделано, да? То есть вот есть вот эта вот улочка, эта дорожка называется Ингульский спуск, отделяет Ленина от часовни. Ну, в общем-то, как церковь отделена от государства. Да, но если мы вернемся к началу нашей экскурсии, да, к тому месту, откуда все началось, и посмотрим на Ленина и на часовню, то мы обнаружим, что они на самом деле находятся в одном визуальном пространстве. Профессор, опять вот эти ваши смыслы какие-то? Конечно, смыслов становится все больше и больше. Поэтому мы продолжим нашу прогулку, и я вам покажу еще одно очень интересное место. Да, профессор, ну, вы знаете, сегодня такой жаркий день. Скрыться бы в тень куда-то, но я смотрю, здесь даже деревьев нет. Ну, в этом тоже есть особый смысл. Какой? Деревья убрали, чтобы было хорошо видно Владимира Ильича Ленина. А вот, кстати, и место, к которому я вас веду. Посмотрите, пожалуйста, тут лебеди, они вот символизируют крепкую, нерушимую любовь. Люди вешают сюда замочки. Наверное, они думают, что от этого их брак становится крепче. Но я не об этом. Вот расположение этого памятника тоже имеет особый смысл. Да? То есть этот памятник поставлен как бы на задворках площади. Так, да? То есть, и вот мы видим, как неофициальная жизнь начинает захватывать официальное пространство. Да? То есть там люди отдыхают, и там люди отдыхают, и вот эти жизненные потоки постепенно выливаются на главную площадь. Разрушение ансамбля площади началось в 20-х годах прошлого века. В 1922 году был снесен памятник Грейгу. На гигантский постамент свергнутого адмирала поставили небольшую станковую фигуру Ленина, которая смотрелась в пространстве оловянным солдатиком. В 1936 году был разрушен Адмиралтейский собор, а через два месяца разобрали здание магистрата. В 1944 году городская управа и дворец Аркаса были взорваны немецкими оккупантами при отступлении. Николаев навсегда утратил гармоничный архитектурный ансамбль Ивана Старого. После войны Старая площадь стала обретать новый облик. В 1944 году она недолго носила название «Театральная», а затем по решению горсовета ее стали именовать «Площадь имени Ленина». 26 октября 1957 года здесь был установлен новый памятник Ленину. Скульптор Шотеми Котадзе расположил 6-метровую фигуру вождя на 8-метровом постаменте из розового полированного гранита. В 1946 году справа от Ленина установили памятник героям-ольшанцам, автором которого выступил Алексей Измалков. Архитекторы развернули десантников спиной к лиману. Мемориальное пространство сразу стало интровертным, оно и сегодня символизирует ментальную закрытость города. Однако постепенно послевоенная площадь обрела единый конструктивистский облик. Здания горсполкома, облгосадминистрации, главпочтамта и облсовпрофа не выбивались из общей стилистической модели. Пространство было строгим, официальным и несло функциональную нагрузку присутствия власти.
Эрозия стиля началась только в нулевые годы. Стараниями меценатов была построена на месте Адмиралтейского собора воздушная часовня Святого Николая. Легкое сооружение нарушило властную тяжеловесность площади Ленина. Вертикаль колокольни с крестом на фоне тяжелых квадратов зданий дает ломаную линию горизонта и вызывает подсознательную тревогу горожан. 22 февраля 2014 года под влиянием революционной ситуации в стране был снесен памятник Ленину. Пространство утратило еще одну гармоничную деталь. Сегодня площадь имеет архитектурную недосказанность, которая символизирует переходный характер и непрочность власти. 14 мая 2015 года решением Николаевского городского совета главной площади Николаева возвращено историческое название – Соборная площадь. Площадь есть, а собора нет. О, профессор, а вот и лавочка. Кстати, а вот это место, это тоже площадь Ленина? Я думаю, да, потому что для меня площадь Ленина – это пространство между зданием мэрии и зданием областной государственной администрации. Интересно, а между ними есть туннель? Я не знаю, но я думаю, что их соединяют катакомбы и объединяют неразрывная ментальная связь. Профессор, ну вы все время власть. Для меня это какая-то сила, мощь. А есть ли здесь место для человеческих слабостей? Ну, конечно, есть. Мы же с вами видели вот этих крепко обнявшихся лебедей. А еще вечером здесь собираются люди, скейтбордисты, байкеры, приходят домашние собачки. Здесь, в общем, кипит жизнь. Угу. А скажите, невесты есть? Конечно, как же без них? Да, профессор, надо сказать, замучили вы меня сегодня своими смыслами. Вопросов у меня больше, чем ответов. Да, кстати, отсюда как-то можно уехать? Общественного транспорта нет. Есть прогулочный трамвайчик. Поехали. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе, словно птица, не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.